Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на суперперцы 2007 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. 21 и больше 2013 года. Двое друзей подбивают третьего отметить его 21-й день рождения прямо накануне важного экзамена в медицинский колледж. Никто не знает, как однокружка пива превращается в море выпивки, а вечеринка в бурное незабываемое приключение с музыкой и девчонками. И где же они окажутся утром? Проект X. Дорвались. 2012 года. Сюжет фильма рассказывает историю трех поначалу никому неизвестных старшеклассников, которые пытаются заявить о себе. Их задумка выглядит вполне невинно. Надо просто организовать незабываемую вечеринку. Но к такому они готовы не были. Молва разлетается слишком быстро. Рушатся мечты, уже испорчена репутация, но одновременно зарождаются легенды. Мальчишник в Вегасе 2009 года. Они мечтали устроить незабываемый мальчишник в Вегасе, но теперь им действительно необходимо вспомнить, что именно происходило, чей ребенок сидит в шкафу шикарного номера отеля, как в ванную попал тигр, почему у одного из них нет зуба и самое главное, куда делся жених. То, что парни вытворяли на вечеринке, не идет ни в какое сравнение с тем, что им придется сделать на трезвую голову, когда они будут шаг за шагом восстанавливать события прошлой ночи. Каждый раз новая зацепка. Ананасовый экспресс. Сижу курю. 2008 года. Раздолбай любитель травки случайно становится свидетелем убийства и, прихватив своего дружка, такого же лузера как он, пытается свалить из города, спасаясь от плохих парней. Дело пахнет керосином. Ведь мафия решила заставить приятелей замолчать навсегда. «Будь моим парнем на 5 минут» 2008 года. Ник только что получил отставку у своей подружки Триши. Настроение на нуле. Хотя у него есть грандиозный план, как вернуть свою девушку. Он дарит ей музыкальное послание. Но диски с его подборками тут же оказываются на помойке. Ну, не совсем на помойке. Подруга Триши, Нора, обожает ту же самую музыку и забирает диски себе, также поссорившись с Тришей. И вот Ник и Нора оказываются в одном и том же клубе, где Ник исполняет чудесную мелодию, которая привлекает Нору. Она узнает в нем своего бывшего, и когда в клуб неожиданно является Триша с новым бойфрендом, Нора бросается к Нику с просьбой стать ее парнем на 5 минут, чтобы утереть нос Трише. Никто и не подозревал, чем могут обернуться эти неожиданные хитросплетения. Джуно 2007 года. Беременная старшеклассница Джуна находит приятную семейную пару, желающую усыновить ее нерожденного ребенка. Перед девушкой встают совсем не детские вопросы. Что делать? Что будет лучше для ее ребенка? И как найти себя? Джуна принимает необычное решение. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!